Ты мужик. Остальное фигня. Александр Сергеевич Пушкин. Спасибо, братан. Спасибо. Да! Какие ощущения, да, я именно об этом мечтала. Да, да, еще! Еще! Здрасте. Ваша жена просто умница, все прошло замечательно. Ну а как они? Вы можете пойти и сами посмотреть на своих близнецов. Ой, боже мой. Доктор, какие они красивые. Какие они кругленькие. Какие они розовенькие. Доктора, можно потрогать? Ну, конечно. Да? Только аккуратно. Хорошо. Ой. Ой, доктор. Доктор, как я получаю такое наслаждение. Доктор, я так счастлив. Все, 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 все. Давайте знакомы. Еще успеете наиграться. Скажите, они всегда такими будут? Это очень хороший имплант. Эти близнецы у вас на долгие годы. Доктор, спасибо. Все, 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 пойдем. Все, пойдем, им надо отдохнуть. Ну что, Сергей Олегович, узнаете кого-нибудь? Не знаю. Так сложно сказать. Я вас понимаю. Ну ничего, вы не волнуйтесь, не переживайте все-таки. Подойдите поближе, посмотрите, посмотрите. Понял, я понял. Значит так, вы, Сергей Олегович Ширинко, утверждаете, что 15 числа вечером именно они напали на вас и отобрали все деньги. Да!
Спасибо вам. Сережа. Ну что, подозреваемые? Хотели улизнуть? А ну быстро сейчас за мной. Протокол писать будем. В этот ответственный момент я хотел бы сказать словами поэта. Я вас люблю. Хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Маша, ты самый замечательный человек на свете. Я хочу сказать тебе... Выходи за меня замуж. Ты сила, Маша! Заткнись ты! Чудо-юдо ты кособока! Ну откуда у тебя руки-то растут? Ой, чучундра! Что ты будешь? Давай уйди! Такой торжественный момент! Я ж готовился! Вот оно! Ладно, им, давай еще раз! Маша, ты самая лучшая девушка на свете. Прошу тебя, выходи за меня замуж. Перестань ты. Здравствуйте. Добрый день. А где можно шубу примерить? Прекрасный выбор. Прошу вас, проходите. Сколько стоит? У нас там большое зеркало. Там вам будет удобно. Позвольте вам помочь. Какая красота. Невероятно. Вам очень идет. Удивительно. Милый, мне красиво? Очень здорово. Прекрасная вещь, вы согласны? Вы знаете, наверное, мы ее возьмем. Да, дорогой? Конечно. Поздравляю. Прекрасный выбор. Прекрасный. Поздравляю. Так сколько же стоит, а? Для этого у нас специально существует цена смотрелочная. Прошу вас. Спасибо. Смотрите. Спасибо. Прошу. Сколько? Ты в... Недавно шумоизоляцию сделали. Поскольку шуба из новой коллекции, подождать придется. Минут 10. Подожди. Спасибо. Да не за что, что вы. Спасибо. Мила, ты че к этой корове поперся, а? Здрасте. Ты же сама сказала, пойди помоги вот этой вот женщине с дынями. Да, я сказала, пойди помоги вот этой женщине с дынями. Ah.
Не спится? Болит, да. Понимаю, Сухарев. Что ж мне с тобой делать? Сухарев. Зайдите немедленно в мой кабинет. Но сначала в мой. Да, Настя, ну не бросай меня, пожалуйста, Антон, куда же ты? Антон, пожалуйста, я не смогу без тебя, ты слышишь? Настя, я тебе все сказал уже. Ну да не бросай спокойно, а.
Антон! Антон! Все в порядке? Антон, ну почему ты молчишь? Антон, ты меня избегаешь, да? Не бросай меня! Вы знаете, у нас сегодня акция. Можно мерить. Правда? Да. Мне нравится. Смотри. Спереди вроде бы ничего. Молодой человек, здравствуйте. А вы мне не поможете? Мне понравился вот этот купальник, а я не могу сообразить, мало мне или велик. А такие вещи у вас ведь нельзя мерить. Может, вы мне поможете? А вы знаете, у нас сегодня акция. Можно мерить. Правда? Да. Спасибо. Посмотрите, по-моему, маловат. Да нет. Даже наоборот, великоват. Великоват? Ну да, великоват. Нет, ну вы же сами сказали, что я в этом разбираюсь. Поэтому я бы сказал, сильно, сильно велик. Знаете что, попробуйте-ка вот этот. Примерьте. Спасибо. Ну, а этот как? Этот? Вы вернитесь. О, этот... Этот тоже великоват. Да-да, великоватый. Все-таки, знаете, попробуйте вот это. Но не станете же вы говорить, что и этот велик? Стану. Впереди вроде бы ничего. Но... Они видели, что у вас сзади. А сзади у вас болтается. То есть сильно болтается? О, ужас. Кошмар, некрасиво. Нет, нет, не пойдет. Знаете что, примерьте-ка вы вот это. Вот это точно подойдет. Знаете, это последний писк. Вы со мной не спорьте. Вы идите и меряйте. Не знаю. Не нравится мне. Ну, посмотри. Ну, цвет. Агрессивный какой-то. Совершенно не подходит к нашим обоям. Ну нет, все. Нет. Пойдем в другой магазин. Слушай, ты что, совсем что ли звезданутый, а? Это гондоны! Ну не нравится мне. И к постельному белью не подходит. Прости меня, пожалуйста.
я препятствовал этому как мог. Я бы сам ни за что так с тобой не поступил. Мы же семья. Прости. Прости меня, пожалуйста. Продаешь? Нет. Жена права получила. Сочувствую. Вам надо побыть одним. Глазки мои яркие. Вы нам так. Вы не берете.